Я слегка, вот тоже немножко. Чувак, вот это вот. Я слышу, вот там молоко есть. Молоко там есть. Сейчас меня вот так она... На самом деле, мне кажется, ты глумишься, Саша. Не, реально, чувак, вот так сейчас... Бля, да ну нахуй, я думал, если вы хуйни от этой хуйни смеетесь, значит, она когда-нибудь пройдет, эта хуйня. Вот так вот, блядь. Ну, ощущения какие-то. Ощущения, блядь. Ну, я тебе говорю, как будто... Ты, главное, в окно не прыгай. Увидел, Сань. А? Саню. Шурик, блядь. Что ты увидел там? Самое главное, хуй отпустишь, да? Хуй отпустишь? Ну. Кто? А, от этого, блядь. Эдик. Да какой Эдик, придурок? Бабушка. Я тебя вижу, Тимура, блядь. Какого Тимура? Саша. Какой Тимур? Ты видишь вообще, кто перед тобой сидит, Сань? Саша. Подожди, да вижу, придурок, блядь. Кто перед тобой сидит, скажи еще раз. Я перед тобой сижу. Перед тобой, блядь. Блин, не хуёво, что ты сам, блядь, на твою. А как хуёво? Что с тобой происходит? Слушай, я тебя предупреждаю. Саня, а что происходит? Бля, мне, короче, вот так глючит, короче, как будто вы какие-то телевизоры, блядь, ебаные, нахуй. А мне реально, есть телевизоры. Реально, только я, блядь, вас сейчас, нахуй, увидел. Лучше не загоняться. Короче, машины бикают. Вы, люди, телевизоры какие-то меня снимаете, нахуя вы меня снимаете? И машины, блядь, надо вы... За эту хуйню надо вывести, блядь. Потому что я, блядь, резиновый, нахуй. Мне надо за эту хуйню зацепить. Да что ты несешь, что ты глумишься сейчас, реально? Реально, мне так чувство такое, блядь. Что, какое? Не, ну его поменяло, оно, кстати, видно, блядь. Видно, блядь, я, пиздец, вижу, нахуй. Больше еще курить, Шалфей. Ты подожди, ты дура, блядь. Не, нахуй, я брат, пока нихуя. Что? Мне еще обратно ничего, блядь. Обратно ничего? Да. А что обратно ничего? Все вот так вот кругом. И обратно ничего? Нет. Обливать? Да обратно мне нихуя не обливать. Блин, нахуй я... А как тебя зовут? Как тебя зовут? Саша. Нахуй его курил. Блески? Блески. Этот великий снукерист. Александр Блески. Это вы, мастер. Великий снукерист. Мастер. Да. Посмотрите на меня. Это вы? Да и я, Эд Блески. Не, Саша, ну реально хуёво, да? Не, реально, блядь. Ну пока еще держит, нахуй. А что хуёво-то, Саня, не понял? Что происходит с тобой? Блядь, пиздец, что-то, короче, тянет, нахуй. И лицо. Присядь, не волнуйся. Все будет хорошо. Да, Саша, нож чуть-чуть и все. 10 минут и пиздец. Бля, мне на самом деле становится страшно за Шурика. Бля, а сколько времени прошло, кстати? 10 минут она не отпустила, нихуя. Да еще не прошло, Саш, ты че? Чё, прошло 3 минуты 40 секунд. В том-то и дело. Ты чё, а на минимум, блин. Ведется же запись. Я всё приостановил.